Народ, всем привет! Ну что, наконец-то долгожданный видос. Не знаю, как для вас, а для меня точно долгожданный. Потому что эту машину я купил примерно год назад. Это Ford Mustang из гаража мечты. И, по сути, в том году я довольно много про него говорил, и с тех пор, в принципе, о нем ничего не слышно. И очень много было запросов, где же он, что же с ним. Все это время эта машина ездила по разного рода сервисам, тюнинг-ателье и прочее, дорабатывалась до того состояния, пока я не скажу, он готов и он идеален. И вот именно сегодня он такой. И именно сегодня это та самая машина, о которой я мечтал. Сразу скажу, да, изначально у меня были, конечно, был полет фантазии просто гигантский. Я хотел его перекрасить, я хотел там его затюнить, да по самое не балуйся. Хотел сначала сделать из него версию GTR. Но столкнулся с тем, что от GTR версии, в принципе, ни обвеса, ничего не купить. И поэтому пришлось считаться и пришлось выбирать. Как вы помните, изначально этот Mustang самой дешевой плюшевой комплектации, то есть Pony Car с 4-литровым мотором V6. Кстати, по этому поводу многие бомбили, что как же Muscle Car может быть без V8. Да, может быть без V8, сори. Изначально Mustang это агрессивный Muscle Car, а это в версии Pony не подчеркнуто. То есть ладно, хоть версия GT имеет чуть другой бампер и туманки впереди, более-менее хоть интересно, но обычный Pony Car выглядит просто уныло. Вот действительно, посмотрите сейчас, как он выглядел. Это такой, такое ощущение было у меня постоянно, когда я на него смотрел, на его морду, что он уставший, он такой, ой, отстаньте от меня, и мне так тяжело живется. И вот в этом была главная загвоздка. Мне хотелось подчеркнуть его особенность, сделать очень крутой и красивый автомобиль, чтобы у вас не вызывало сомнений, что это Muscle Car американский и настоящий. Короче, не будем ходить вокруг да около, и сейчас я вам представлю сам. Блин, все никак не могу налюбоваться на него. Он просто волшебный. Вот изначально, сразу скажу, была идея сделать крутую тачку, но важно было не переколхозить. И вот сейчас, на мой взгляд, он именно в таком состоянии, когда нет лишнего колхоза, и когда он подчеркнуто крут. Изначально, как только я его взял, я сразу начал выбирать, какой же обвес на него вешать. Я говорил, что я хотел версию GTR, но не нашел этого обвеса. Мне могли на заказ из стекловолокна его сделать, но не хотелось колхоза. И вот это вот важно, понимаете, что люди, когда делают какой-то проект, в большинстве случаев, делают его показушным. Он выглядит вроде бы круто, но когда ты начинаешь присматриваться, мы немало осматриваем по подбору там тюнинных проектов, бывших, так скажем. Когда ты приезжаешь, смотришь, а там уже все разваливается, все хреново закреплено, какие-то там, вот, например, банально, бампера как крепят там, на саморезы просто в крыло, как-то варварски, все-все-все-все. Мне этого не хотелось, потому что автомобиль делается навсегда, он не будет продаваться никогда и никуда. Вообще идеальный вариант, если когда-нибудь я куплю себе какой-нибудь дом, если вдруг у меня когда-нибудь хватит денег на это, я обязательно сделаю так, чтобы в гостиной, вот знаете такую фишку, стоял именно он. Вы на видео мало что увидите, на самом деле, но делалось все на нем дорого и качественно. То есть здесь похоронено денег, дай бог сколько. Можно было Shelby полноценный купить уже за эти деньги. Но я не жалею, и именно вот такой он мне был и нужен. Есть самые классные цвета в мире, это белый и черный. И этот Mustang полностью бело-черный, здесь нет других цветов. Вы не особо видите, но здесь фары затонированы, туманки затонированы, задние фары закатаны. И вот сейчас начнется, ой, как же на нем ездить по дорогам общего пользования. Он изначально не позиционировался как автомобиль, на котором я буду ездить. И эта машина, если и будет ездить где-то, то только по выставкам и, скорее всего, на эвакуаторе. Своим ходом маловероятно он будет ездить, так что не бомбите. Обратите внимание, на нем нет номеров. И нет места под закрепление номера, и это прям принципиально. То есть здесь есть заготовленные места, штатные дырочки в бампере, они закрыты пленкой, и по сути никаких рамок номерных сюда прикручиваться не будет. Когда я куда-то еду, я просто беру номера, приклеиваю на двухсторонний скотч и доезжаю до места дислокации. Давайте я расскажу про то, что здесь покупалось,
Сколько стоило, я не везде смогу сказать, потому что я частично не помню, но все стоит очень дорого, имейте в виду. Вообще сразу говорю, что в этом видео будет много, так сказать, рекламы. И это моя благодарность тем людям, которые участвовали в проекте, которые сделали все круто. Я сразу говорю, я платил деньги. Я не говорю, давайте сделайте мне бесплатно машину, я за это вам сделаю рекламу. Нет. Речь была именно о том, что я хочу им поблагодарить, потому что они реально вкладывали душу. Каждый из этих людей заморачивались, сделали все. Я просто очень-очень щепетильно отношусь. Я ходил, и прям вот каждый нюансик, я говорю, вот это надо переделать, вот это надо. Люди просто вешались. Вот. На самом деле, я не хотел полоски, вот именно полоски я хотел именно такую, тройную полосу, то есть одна широкая, две по краям. И можно было такую купить оригинальную. И я заказал ее даже в Америке. Но пока ее везли очень долго, потом случилась чушь, там ее положили не в тот контейнер, она уехала в другую, вообще в другую страну, что ли, что-то эти полоски, короче, ну, комплект полосок. И поэтому Володя, блин, спасибо огромное, Володя кучу пленки перевел, пока наклеил сюда самодельные полоски. То есть здесь стоят самодельные полоски, не штатные, не заводские. И самое интересное было, самая большая проблема была то, что капот вначале имеет одну ширину, а ближе к концу уже другую, за счет вот этого вот изгиба. И получалось, что когда он делает полоску одной ширины, полоска сюда, ближе к концу, начинает сужаться. И выглядит это ужасно. То есть вы смотрите на капот, и у вас полоска вот так вот идет. И чтобы этого эффекта избежать, Володя кучу раз вырезал, заново приклеивал, вырезал, приклеивал и так далее. И кучу-кучу времени потерял. И неужели это не стоит того, чтобы дать на него ссылку, так скажем? Поэтому, если вам нужно обслужить американские автомобили или что-то еще, в описании под этим видео будут ссылки на всех людей, которые участвовали. То есть, там, кто привозил мне запчасти, если вам нужно привезти запчасти, кто мне его оклеивал пленкой, кто мне его там тонировал, кто привозил тормоза, кто переделывал салон, кто ставил музыку и так далее. Все эти ссылки в описании, поэтому, если вам нужно будет, обязательно переходите и обращайтесь к этим людям. Ну, часть из них вы точно знаете еще получше, чем я. Начать, я думаю, именно с обвеса. Как вы знаете, у Мустанга в пятом кузове довольно много версий. То есть, как вы знаете, Босс, Рауш, есть обычная версия GT, ну, соответственно, Pony Car, которому он изначально был, и так далее. То есть вариаций много, и много тюнинг-ателье там какие-то делают индивидуальные, на них обвесы, бампера и так далее. Но мне этого не хотелось. Поэтому я сделал что? Заказал в Америке оригинальный обвес Shelby. Это оригинальный обвес Shelby. Это настоящий бампер производства Ford из ABS пластика, привезенный из Америки на заказ. Он был абсолютно новым, не бэушным, так же, как и задний, так же, как и фары. Вообще весь обвес, это два бампера и фары, обошелся, блин, несколько сотен тысяч рублей. Когда я его покупал, у него было практически на каждом элементе были какие-то коски, как вы помните, там, на крыле вмятинка, вот здесь вот было, на капоте, там, везде. Все это отдельно подкрашивалось, локально и так далее. Кстати, обратите внимание на то, что он матовый. Автомобиль полностью затянут в полиуретановую пленку. И это тоже космических денег стоило. Когда у меня был выбор, Володя, тот, кто обтягивал ее пленкой, сказал, слушай, мы можем сделать подешевле, либо дорогущий. Я могу заказать под тебя, обойдется это в два раза дороже, но сделаю очень круто и хватит надолго. Я ему сказал сразу, делаем самым дорогим образом. Берем самую хорошую пленку и обтягиваем. И сама только пленка, по-моему, обошлась 1120. Только пленка, примерно так. Обратите внимание, еще момент внешний. Здесь по боку идут вот эти вот три полоски тоже. Долго мы сначала сомневались, стоило ли их делать. И вот сейчас вы увидите версию без этих полосок. И вот, на мой взгляд, без этих полосок он смотрится чуть-чуть беднее сбоку. Ну, именно не в плане бедно-богато, а в плане бедно со стороны дизайнерской, так скажем. Эти полоски как бы дополняют его еще, и поэтому их отдельно мы тоже... То есть я уже у Володи, Володя уже такой говорит, фу, отмучился, отдам тебе эту машину наконец-то сегодня. Я такой, так, не торопись. Я тут посмотрел картинки, слушай, а сбоку-то три полоски, довольно интересно смотрится. Володя такой, у него там машины в очереди стоят. Я говорю, все, всех двигай нафиг, надо доделать. И Володя там две ночи, блин, подряд приклеивал эти полоски, вырезал, приклеивал, заморачивался и так далее. Действительно, все так и было. И еще раз, что касается по внешке, сразу скажу, вот касательно крыши. Я думаю, что вы уже обратите внимание, что у крыши вот здесь вот есть такие складки. И это большой минус. На самом деле, крыша не оригинальная. Как вы помните, изначально здесь была крыша бежевого цвета, очень некрасиво смотрящаяся, и плюс к тому же имеющая дефекты. Ну, от времени, она же брезентовая по факту. И я попросил привезти мне крышу. Естественно, новую, оригинальную. И после того, я сам не видел процесс
передачи ее. То есть, по сути, человек ее привез из-за границы и сразу отвез в сервис. Я ее даже не видел. И только потом, когда я машину забирал из сервиса, из нашего сервис-партнера, мне сказали, что крыша, оказывается, не оригинальная. Я, конечно, позвонил Игорю и сильно поругался с ним по этому поводу. Но что делать? Крыша уже установлена, и все. Я ее буду менять. И да, сразу поясню момент. Больше про этот Мустанг видео в принципе не будет. Если он где-то там случайно засветится, может быть, но именно отдельных видео больше про него не будет, потому что проект закончен. Все доработки, которые, все нюансы, которые еще не доделаны, о которых я буду говорить, я сам вручную по-своему доделаю когда-нибудь. Но кардинально вот таким он и останется. Идею касательно замены мотора на 5.4 Shelby компрессорный я откинул. Почему? По нескольким причинам. Одна из них – это сток. Это полный сток, вот именно касательно начинки. Я не хочу его менять. Я думал, конечно, коробку я, скорее всего, еще переберу, потому что коробка здесь говно, блин, сама по себе. 5R55S – самая конченая коробка на планете, я уже об этом говорил. Она, блин, нелогично работает. Не потому что она неисправна, а потому что она сама по себе такая. Я попробую покрутить давление, может быть, как-нибудь убрать вот эти вот моменты переключения неприятные мне. Я хочу как DSG, чтобы вот... Вот это называется привык к немцам. Вот Шкода Лимонка у меня переключается просто незаметно. И я теперь на любую машину... И, кстати, Камри переключается идеально вообще. Если вы сейчас посмотрите, то вы увидите... Вот те, кто шарит в американцах, вы, возможно, увидите, что это Шелби. Это реальный Шелби. То есть обвес зад штатный Шелби, перед штатный Шелби, спойлер Шелби. То есть это просто обвес. Это не настоящий Шелби, и поэтому вешать сюда Супер Снейк змею в надежде на то, что кого-то обманешь, и он будет думать, о, а может быть у него Шелби, это будет не совсем честно. Поэтому змей здесь нигде нет. Это получается проект, где я взял от разных версий Мустанга свое и собрал один общий. То есть это пони-кар с подвеской от GT, плюс полиуретановыми сальными блоками, с обвесом от Шелби и... Все тот же пони-кар. С тем же мотором и с той же коробкой. Сзади вот, блин, жопа этой машины, она просто идеальна. Вот я по-другому не скажу. Во-первых, обратите внимание, на глушителях написано Borla. Это оригинальное Borla. Все, что здесь стоит, ну, за исключением крыши, это оригинальные запчасти, новые из Америки. Выхлоп обошелся в космические деньги. И здесь, кстати, Роме большое спасибо, руководителю нашего сервиса, потому что он сам самолично ночью примерно с 9 вечера до 4 утра варил этот глушитель сюда. Почему? Потому что у Shelby и у версии Pony, то есть у V6 этого мотора, по-разному идет выхлопная система. Ему потребовалось состыковать коллектора с глушителем Borla. Чуть попозже я заведу его, послушайте, он прям звучит как надо, так басовито, низко, все прям супер. Вот. И, соответственно, я решил оставить хром здесь, здесь и здесь, чтобы он сочетался. И он, по-моему, идеально сочетается, глушитель вместе с центральным значком. И, по сути, больше хрома здесь нет. На болтах, как я сказал, я его уберу. Один этот номер отдельно, специально покупал, номер Road 66, и он должен был быть черно-белым, хотя здесь есть красная полоска, чего не очень хотелось, чтобы вот именно американщина, вот он американский, он должен быть американским. Одним из важных аспектов этого автомобиля вообще является их особенность вообще американцев, а именно ужасные штатные тормоза. И эту проблему я хотел решить. Долго я выбирал, конечно, в какую компанию мне обратиться. И здесь спасибо большое Диме Санникову. Он посоветовал Антона из компании HP Brakes. И вот отдельное спасибо я хочу сказать ему. Пусть это выглядит как реклама и как хотите, но реально, человек просто сильно заморочился. Я изначально хотел ставить сюда 18-е диски, то есть диаметр 18 дюймов. Это уже 20-е стоят. И это тоже Дима Санников, спасибо им большое, меня вразумил. И здесь была такая большая ошибка, вот с которой я уже столкнулся. Обратите внимание, суппорта и диски стоят под 18-е колеса. А Антон мне изначально, HP Brakes, тоже предлагал, говорит, слушай, ну тебе, наверное, надо ставить 20-е диски. Я говорю, нет, Антох. Я буду ставить 18-е, 20-е слишком жестко. Вот реально, у меня были такие стереотипы в голове. Он говорит, ну, в принципе, как хочешь, но я тебя предупредил. Антон, ты был прав.
Потому что 18-е колеса так никогда на этот автомобиль не встали. Я сразу брал 20-е. Это трехсоставные кованые диски. Поэтому они обошлись очень дорого. Очень дорого эти колеса обошлись. Я хрен его знает, можно было там еще полмустанга купить просто за эти деньги. Это настоящие болты, которыми скручены все три составляющих этих дисков. И они полностью разборные. Их можно в любой момент разобрать, поменять какой-то элемент, если я его, например, ушатаю или что-то еще. И это действительно круто. И они очень легкие. Я поговорил со Стасом, нашим экспертом, и он... А он раньше занимался колесами, и он прям очень хорошо в них шарит. И мы с ним посовещались, он сказал, вот есть топовая резина, которую ты возьмешь и точно не пожалеешь. Спасибо, Стас, я реально не пожалел. Это резина Friedenstein Ultra Quarti, и она обладает очень хорошим плюсом, жирным. А именно, она мягкая, и у нее очень низкий уровень шума. Сейчас он едет довольно мягко и нежно, этот Мустанг. Рулиться лучше он не стал, потому что подвеска как и была, так и осталась архаичной. Впереди долбанный Макферсон с Майлом Кастером, кстати, меня вообще этот раздражает. А сзади обычно неразрезной мост. И как бы все изменения, которые вы видите, они в основном внешние. А внутри все осталось заводским. Поэтому под капот мы не полезем, там ловить нефиг, там все тот же мотор и ничего там не изменилось. Ну что, наверное... Вас знают, кто такой Саша Винников, компания Loud Sound. И я вот сразу скажу, вот за все время, которое я занимаюсь Ютубом, за все время, которое вот мы снимаем ролики и прочее, я встречал разных, так сказать, блогеров. Тех, кто снимает видосы, разное количество подписчиков от нуля там до бесконечности. И вот заявлю со всей ответственностью, самый вот реально лучший человек, которого я встречал, самый классный, это Саша Винников. Я удивился, вот насколько это всесторонне развитый, интересный, очень умный и очень добрый человек. Вот реально, таких я ни разу не встречал. Вот именно Саша Винников, брат, ты лучший. Спасибо большое Сане за то, что он поставил очень классный мафон «Пионер». И у этого классного мафона есть функция, которую, в принципе, никого не удивишь, но так приятно, что она теперь есть у меня. А именно Bluetooth. Спасибо большое Тиграну за то, что они установили сюда крутой музон. Музон действительно отличный, и, кстати, по этому поводу многие бомбили, что вот, ты оставляешь. Мы оставили штатные динамики, подключили их через усилитель, не все части из них, особенно в основном вот эти нижние. Сейчас они играют чисто на низкие частоты. И вот в связи с этим было много бомбежа, типа вот... Как же без сабвуфера, как же без низких частот? На самом деле, отличная музыка здесь играет. Вот опять момент. Я не знаю, имеет ли смысл включать музыку на камеру, потому что микрофон не запишет так, как он реально играет. Он звучит очень громко, очень чисто. И это большая, кстати, проблема вообще на кабриолете сделать хороший звук. Потому что одно дело, когда у вас звук играет весь в объем закрытый автомобиля, это одно. А другое, когда ты на кабрике откинул крышу, едешь и качаешь музон, музыка должна быть очень громкой, чтобы она не рассеивалась, так скажем, в воздухе, чтобы вы ее могли действительно слышать звуковое давление. Спасибо большое, Саня. У нас был отдельный видос по поводу того, как мы с ним встречались в Ростове, по поводу того, как он все это устанавливал и так далее. Есть отдельный видос, так что найти не проблема. Я на этом особо заострять внимание не буду. Я просто хочу сказать, что очень круто установили. И вот я хочу сразу открыть багажник и показать, как, ну, действительно, установлена классно музыка. Очень круто сделан багажник, все замечательно. Но, естественно, хочется убрать еще вот эти вот, вот этот голый металл. И, возможно, в будущем я буду этим заниматься. То есть, по-хорошему, я эту машину потихонечку-потихонечку буду продолжать доводить до бесконечности. Сзади здесь не сидят люди, а сидят подушки. Я даже, более того, я лишний раз в эту машину даже садиться не хочу. И, кстати, до момента завершения проекта, вот пока я его буквально не забрал несколько дней окончательно уже на новых колесах и так далее, я даже ездил с пакетиками на сиденьях. Когда Мустанг приехал с Ростова, он сразу попал к Диме Санникову в ProService. И вот здесь, я не знаю, я прям так и не понял, что происходит вообще. Как только я загнал его Диме Санникову и об этом сообщил, мне начала куча людей писать, вот, нахрена ты ему загнал, какие-то кривые строчки, а вот там что-то Давидыч снимал. Понимаете, есть такой один такой нюанс, называется отзывы. Всегда
всегда, везде, у любой компании, будь то Яндекс, Google, будь то какая-то маленькая компания из двух человек, неважно, всегда бывают негативные отзывы. Если еще нет негативных отзывов, значит, эта компания просто только появилась и еще не существует. Они связаны зачастую не с тем, что люди плохо исполняют свои обязанности, а с тем, что они не нашли взаимопонимания с человеком. Бывает такое. Вы не представляете, сколько у нас бывает таких клиентов, с которыми тяжело договориться, которые хотят купить 10-летнюю машину в состоянии новой, ну а мы не можем этого дать. Поэтому, когда я загонял к Санику машину, я, в принципе, мне достаточно было пообщаться с самим Димой. Я понял, что Дима – человек слова, человек ответственный. Я поговорил с ним, и я понял, что у меня к этому человеку полная симпатия. У меня нет к нему претензий. И я готов отдать и доверить ему свой автомобиль. Я не пожалел ни грамма. Сделано все очень круто. Я не знаю, как там видео-фотоэксперты где-то там увидели кривые строчки или прочее. Я вот смотрю, и я не вижу кривой строчки. Может, я слепой или что? Я не знаю. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Еще участвовал куча людей, которых, в принципе, вы не знаете и маловероятно, что узнаете. А там, например, Надя, спасибо ей большое. Она занималась как раз подкраской всех нюансов отдельных по автомобилю Коцик, для того, чтобы не перекрашивать полностью элементы, она локально окрашивала. Здесь очень много мелких локальных окрасов. Спасибо ей огромное. Спасибо Игорю за то, что привез сюда запчасти, хоть и крышу неоригинальную привез, но в остальном к нему, в принципе, и полоски, кстати, полоски просрал с тем, что они уехали куда-то. Но в остальном к нему нет претензий. Он вовремя все и четко привозил. Спасибо ему большое. Спасибо большое Стасу, нашему эксперту, за колеса, за то, что он организовал мне вообще возможность покупки таких колес. Спасибо Антону за тормоза. Спасибо Саше Винникову за музыку. Спасибо Диме Санникову за салон. Всем огромное спасибо. И это мой крутой мустанг. Нет такого больше нигде и не будет. Это я вам гарантирую. Все остальное всего лишь пародия. Надо бы уже завершать, но я хотел бы еще буквально пару моментов сказать. А еще, кстати, Роме спасибо огромное, нашему руководителю сервиса, за глушитель, за сваренный глушитель. Кстати, вот вам фотка, как этот мустанг хранится у меня. Чтобы вы понимали, эта машина не просто средство передвижения. И сейчас у кого-то может начать бомбить. Ой, блин, нахрена покупать машину, столько бабла вкладывать и не ездить? Потому что это мечта. У каждого в этой жизни своя мечта. Кто-то мечтает, там, я не знаю, о поездках по заграницам, да, там, например, куда-нибудь летать там на Мальдивы, там, на Бали и прочее, привозит оттуда фотки. Ведь маловероятно, что кто-то говорит: слушай, а что за говно фотки у тебя там оттуда? Человек мечтал, человек получил. Кто-то там в Египет едет, например, на пирамиды Хеопс смотреть и прочее. У каждого своя мечта. Вот моя мечта. И я вот не представляете, как я щепетильно отношусь к каждому нюансу. Короче, еще ходить вокруг угла. Давайте я просто заведу машину, и вы послушайте, как он работает. Кто-то вкладывает деньги в путешествия, в саморазвитие, покупает там тренинги, еще что-то, что-то. У меня есть куда вкладывать деньги, и я деньги вкладываю вот сюда. Я не знаю, будет ли еще проект по поводу гаража мечты, то есть не так. Я уверен, что он будет. Для меня лично, естественно, проект «Гараж мечты» не закончится сейчас, он останется, я буду продолжать этим заниматься, но на этот раз и в этот момент проект «Гараж мечты», Ford Mustang, первый автомобиль, закончен. Я нереально рад, нереально, потому что, блин, вот, ну вы просто посмотрите, неужели у вас язык повернется сказать, что это колхоз? Нет колхоза здесь, вообще нигде. Каждый нюанс, каждая клипсочка и прочее здесь подбирается просто идеально. Муха, ну пошла вон отсюда, блин. Еще будет сидеть на моем мустанге нафиг. И, кстати, сразу для тех, кто думает, что вот здесь вот очень некрасиво смотрится эта решетка пустая, без значка Shelby или без тумана, как у версии GT, по-моему, они будут смотреться ушлепски. Когда он в обвесе Shelby, он не смотрится ни старым, ни унылым, никаким, он смотрится прям... Я не знаю, как сказать, топовым. Я не знаю, блин. Да он просто, это просто лучший автомобиль на планете. Все. Покупайте себе то, чего вы хотите. Стремитесь к чему-то и делайте, наконец, делайте что-нибудь. Поднимайте жопу с дивана и добивайтесь чего-нибудь. Потому что вот для меня это маркер, маяк, что я шел правильно и продолжаю идти. Когда я могу себе позволить
сделать вот такой вот проект, сделать такой автомобиль, я просто не знаю, я собой горжусь. Можно так говорить, нет? Можно собой гордиться? У каждого свой фетиш, свои бзики, вот у меня такой. Извините. Ну и, в принципе, наверное, можно заканчивать. В общем, что я хочу сказать? Мечтайте, потому что именно мечта, на мой взгляд, движет человечество вперед. Мечта что-то улучшить, что-то сделать по-своему, подвергнуть сомнению предыдущие устои и так далее. Именно благодаря этому мы движемся вперед. У всех разные мечты, у кого какая. Вот у меня такая мечта, да, она не движет человечество вперед, само собой. Но я о ней мечтал, я к ней пришел. И если ни к чему не стремиться и ничего не делать, то в принципе ничего и не изменится. А это плохо. Если вы не движетесь вперед, значит, вы стоите на месте. А если вы стоите на месте, значит, вы деградируете. По-другому никак. Блин, интересно, можно сказать, что Мустанг спасает меня от деградации? Блин, я не знаю, я кайфую. В общем, наверное, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ролик получился очень длинным. Рассказа очень много, много балабольства. Но мне есть что рассказать про эту машину. Я готов еще 2 часа про нее разговаривать. Но на этом мы на сегодня закончим. Так что, как-то так. Всем пока.